Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Nissan Pathfinder в кузове R52 2013 года выпуска, объемом 3,5 литра VQ35DE. Пробег двигателя составляет 77 тысяч. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется сопроводительный пакет документов, грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Производим проверку пневмотестером. Герметичность цилиндров в пределах допуска. Также имеется видеообзор работающего двигателя. Это у нас 3,5. Двигатель выглядит аккуратно, чистенький, без всяких потеков, и работает он тоже у нас отлично. По двигателю проблем нету. На автомобиле всего лишь 77 тысяч. Ошибок по двигателю нету. Двигатель работает идеально, без проблем. Давайте-ка прокатимся чуть-чуть. Автомобиль передвигается. Все классно. Производим визуальный осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты помогут с подбором двигателя, а квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.